На церемонии в Токио, которая была посвящена 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, император Акихито заявил, что испытывает глубокое раскаяние, осмысливая прошлое своей страны. Это заявление японский монарх сделал в присутствии жены, императрицы Мичико, стоя лицом к памятнику жертвам войны. 15 августа 1945 года тогдашний император Хирохито подписал акт о капитуляции Японии. Это произошло спустя несколько дней после того, как Хиросима и Нагасаки были подвергнуты атомным бомбардировкам, унесшим жизни 314 тысяч человек. Я вспоминаю о прошлом с чувством глубокого раскаяния и искренне надеюсь, что жестокая война никогда не повторится. Вместе с народом Японии я искренне выражаю свои соболезнования тем, кто погиб на войне, как военным, так и мирным жителям. Я молюсь за мир во всем мире и дальнейшее процветание нашей нации. Премьер-министр Синдзо Абе, также выступивший на церемонии, пообещал не повторять ошибок прошлого. Наша страна остается верна обещанию сделать мир лучше и никогда не повторять зверств войны. Мы будем прилагать максимум усилий для мирного разрешения различных проблем, которые могут перерасти в конфликты, и строить общество, в котором каждый может жить в мире. Заявление премьера прозвучало на фоне попыток правительства реформировать послевоенный вариант Конституции Японии с целью усиления и модернизации сил самообороны. За это кабинет критикуют как правые, так и левые. Одни считают его политику слишком мягкой из-за сближения с Китаем, другие — ревизионисткой из-за посещения скандально известного храма Ясукуни, где молятся за японцев, погибших во всех войнах, в том числе за осужденных военных преступников. Между тем, император Акихито провел большую часть своего правления путешествия по странам Тихоокеанского региона, которые в годы Второй мировой войны были захвачены японскими войсками. Везде раскаиваясь за действия своего отца, военного императора Хирохито. Весной следующего года император Акихито впервые в истории намерен отречься от престола. Он передаст власть своему сыну Нарухито. По этому поводу Центральный банк Японии выпустит в обращение серию из двух памятных монет номиналом 500 и 10 тысяч йен, которая будет приурочена к 30-летию правления самого смиренного императора страны восходящего солнца. Санжар Хамидов, «Настоящее время», Америка, Вашингтон.